Мне опять шантажист звонит. Он у меня так и помечен в телефоне. Шантажист написан. Тогда все. Дай я ему втащу. Кому? Шантажист. Дай идти-то. Ты можешь быстрее сведиться? Куда-куда? Идти, твою мать. Шипитман. Петь на кулаках. О, я уже двоим втащил. Я обоих уделал. Вообще-то нет. Да, ну ты помог в конце. Кстати, классная тактика. В смысле? Ёбнуть и отбежать, правда, в жизни не помог. Классная тактика всех пиздить и пауков рисовать. Все будет хорошо. Не останавливайтесь. Техасский рейнджер. Там кто-то про крепкую попку мне что-то пишет. Фу, блин, Антон. Ну, вообще-то там про женщины говорили. Про красотку с красной попкой. Блин, что-то я запутался. Эванс прикроет нас с крыши. Если вдруг мы потеряем тебя из виду, нам поможет передатчик. Не волнуйся. А чё тут все эти боятся? Половина. Кого боятся? Меня не боятся, это ты страшный, наверное. Не волнуйся, детка. Господи, это танцы. Всё будет хорошо. Посмотрите на них, как они танцуют. А вы в настоящих-то клубах давно были? Ни разу. Если там так же, то я никогда не побываю. Смотри, куда идешь. Чё такое? Ага. Чё ты пришел? Ага. Я не знаю, мне тетка позвала, вот это я к ней подошел и чё не знаю. Чё ты вообще приперся, а? Слышите, я ищу, чтобы спереть. Ты танцевать, что ли, пришел сюда? Да. Вали отсюда, я не танцую. Что делать? Валяется. Здесь и ничего не бойся. Че тут ничего стащить нельзя, что ли? По-любому можно. Стащу. Что делать? Вывод, чем заниматься? Сука, ты покинул? Как? Куда я? Кого я, блядь, покинул? А Эванс прикроет нас с крыши. Не знаю. Если вдруг мы потеряем тебя из виду, нам поможет передатчик. Не волнуйся. А ты? Я. Ты будешь охранять меня или охотиться за Альваресом? Это одно и то же. Разве? Не волнуйся, детка. Все будет что хорошо. Что Эванс? Вы покидаете зону. Вы чё, куда идти? Не покидай. Волна не идёт. Стой на месте. Много чего есть, Эдди. Давай сюда, а заодно и телефончик запиши. Еще увидимся, красотка. Что делать? О, уникальный шанс реализован. Я тут. Все, пойдем. Хорошо, я буду вон там. А, это не шезлонг? От второго входа. Похож на него. Я чё такое? Че, где? Покидайте зону и все. Дальше не покидай зону. Поздно. Следи за ним. Вижу его. Вижу его. Куда вернитесь? Вот и, короче, рядом с этим чуваком надо стоять. Рядом с бабой. Разговаривают. Эванс, что там у тебя? Эванс. Короче, подойди вот к этому чуваку. Я не могу с это место сходить, где я стою. Да? Как так? Видимо, тут по сценарию должен стоять здесь. Так. Где кого стрелять? Я ничего. Паша, что ли, там угорает? Что-то цик-цик-цик-цик. Оба-на. Это я. Я убил Блюхера. Блюхера? Кстати, я говорил уже, что убил Блюхера. Посмотрел? А? Чё посмотрел? Сверхъестественное. Да, и что-то опять остановилось. Про Блюхера? А тут Декстера начал смотреть. Чё такое прикольное? Да бесит. Чем? Да, единственный нормальный персонаж, его убили. Кто? А хотя не говори. В смысле, а чё Декстера не нравился? Он мне нравился, пока, ну... Как не убили какую-то пока его не убили? Но его же не убили. В смысле, тебе не нравился Декстер? Да, я не понимаю, там второстепенного персонажа. Убили одного, великую-то дуру, раздражало сильно.
Нигера убили. Нет. Давай расскажу. Нет. Нам туда вот, походу. Ты что, дурак, что ли? А? Так вот будут знать, как... Девочка. Макол. Наркол. Осторожно. Их там ноги. Там их ноги. Осторожно, там их ноги. Отследи сигнал. Собери два секретных предмета. Я вот пойдем. До этого собирал, и чё? Ну где же они? Нет, куда идти? Ну они же секретные, Дань. Блин. Что? Кто провалил задание? Вообще-то, да. Где Данин секретный предмет? Может, я его смогу взять? Да блин, он там остался. Там не дает зайти. Там нахер. А, говно. Да похер тогда, пошли. И главное, чекпоинт вроде был, а почему не сохранились вещи? Потому что... Ничего себе. Заявление, да? А ты-то там что делаешь? А? Паша там что делает? Я разбираюсь. А. В чем дело, Эванс? Вьетнамцы, не последний. Че, опять флешбеки? Ой, блядь! Просто я попытался, короче, кинуть гранату, она не пролетела. А я застрял. А, не, нормально. Да какой неубиваемый, блин. Да где эти секретные предметы? Где она там была? У нас они разные, походу, да? У нас они разные должны быть. Просто да? Я тут тоже сейчас бегал, и это... То есть я считаю, что просрал, да, свой шанс? Не факт. Может, и я просрал. Да достали вы уже. А-а-а! Выбежал какой-то придурок. За... Ой, а кто там этот... Вагонит. Кто? Вагонит. Кто там вагонит? Руинит. Вагонит, ну типа тянет всех. Отягощает команду. А я забыл, где предмет подобрал секрет. Вот. А я трусики какие-то нашел, типа это считается за секретный предмет? Если ты нашел свои на себе, то нет. То нет. Если ты мои нашел на мне, возможно. Если ты мои нашел на себе, то возможно, да. Да блин. А ты что делаешь там такое? Ты убивает, что ли? Я её вижу. Где враг? Кто гранату кинул? Дай пройти там. Да уйди ты жопу свою убери. Красивая жопа, что-то не нравится. Нет.
смысле они тут эти поймут? Жирная, я все понимаю. То есть за что подержаться? Не собирайся за твою жопу держаться, жирную. Ну и дурак. Где Паша? Ты молчи. Это уже не Паша. В чем дело, Эван? Они повсюду! Следуй за ней! Где вы? Я ее теряю! Она должна быть где-то рядом с вами! Отследи сигнал! Отследи мой член! Да хватит! Да хватит уже! Вот это Паша появится! Че, Паша? Паша? Кепасо, да? Паша, ты что? Эванс! Сюда. Отследите мой член, дружно, все. Вот это не вырезать, это потом будет. Член мой? Его тоже член. И не надо. Ты можешь меня поднять? А ты... Нет. Что хочешь? А где ты, где вообще? Я иду по вейпоинтам. А я отстреливаю педрил. Зачем, когда можно идти по вейпоинту? Я отслеживаю член. Ну хоть и чаёк. Чекпоинт-то был. Чаёк-поинт. Я бы чаёк попил сейчас. Типа как этот? Как она? Таймбрейк? Кофе. Кофе-брейк? Да опять отсюда. Да ну нахер. Давай последний раз, короче. Чё так потом с новыми этими пройдем? Новым чем пройдем? Этими. Ну этими. Силами? Ну этими. Тут читы есть? Ты тренер можешь скачать. Тренера. Тренера скачай. Пусть он тебя тренирует, как стрелять, как бегать. Что это за херня? Действие выполнено. Какое, блядь, действие? Мать твою, а! Жди. Вот ты где ее находишь, а? Я ее нахожу там. Видимо, у тебя заранее, что ли, 50% есть? Нет, я две штуки уже нашел. Так а в смысле? А у меня нету. Так это подстава какая-то получается. Вот третья. То есть ты... Так ты получ... Так у тебя их больше, что ли? Так у тебя, видимо, вот тоже. У меня на всем пути нет, серьезно. Так ты и шарься по уголкам-то. Так я проверял здесь, мы же много раз загружались. Я нет, проверял в смысле, вот здесь вот у меня своя, у тебя своя. Нет, так это нет. Понятно, у меня не было. У меня всего одна на всем пути вот этого чекпоинта. У меня четыре штуки было, но одну я просрал. У меня вот одна была. Ну они, бывает, пройдешь, нету, хоть там идешь, хоп, о. Как я мог не заметить. У меня зато две было, короче, до этого чекпоинта. Не вовремя, в общем, это испытание вонючее. Нормально. Хера не нормально. 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 Сука. Дурак, что ли? Да ядреная машина. Вставай. Вставай. Спокойно. А! Сдохну нахер. Ты там живой? Пока да, но это ненадолго. Нет, Паша, он же кашляет. Бля, давай, беги сюда. Сдохни, блядь. Сдохни нахер. Если я сдохну, все, опять заново. Я же сам умру. Иди. Эта машина жжется, походу. Жжется.
А куда идти-то? На улку иди. Ну вот я здесь, и чё? Ну вот, вот же дорога. Нет, мне не показывается, куда идти. Ну тут больше некуда, иди сюда. Ясно. Ты где? А вот и здесь уже. Абададак. Какие, блядь, эскизы там валялись? Кого? Не знаю. Эскизы. А, это у меня, блин, включилось. Ой! Я думал. Ну ладно. Осторожно, Даня, сейчас он взорвется. Надо сначала его взорвать тогда, а то... Блять, херня какая-то. А сука, подойдем, Жахрин. Но. Эй, ну... Сука такая. Стой! Да иди ты. О. О, это Пашка. Да, да кто? Вы чё, охренели, да что? Как? В смысле, как это покинул? Так, нахер. Ну как ты, Паш? Я еще даже не психую вовсе. Я нормальный. Че, потом пройдем? А вот чек штука. А почему тогда не было? Но. Я обычно на таких местах уже вдали игры. А вот и Паша. И че он ты тут это? Ну, Индиана Джонса не проходил. Странно, на байке прошел. Смотри. А, ну ты тоже прошел. Странно, кстати, мне вейпоинты не показывались в этом месте, а сейчас пока. Вера, прикрой! Вера, прикрой. Вера. А, че, кто? Чего вы в меня стреляете? А что ты здесь делаешь, здесь не было в прошлый раз? Вот он был, кстати, здесь. А, вот куда нужно идти. А мы же им в ту сторону побежали. Чуваки, сюда, ко мне. Эван, кто видел Альвареса? Что ты его? Я ищу Джесс. Она сбежала через черный... Все, нахер. Да подожди, я бежал до него. Что надо сделать? Я же убил, в смысле? Что надо сделать? Бить рукопашную, а почему провалено? Даня у нас этот, медсестра. Я же убил его в рукопашную. Ой! Да я его стреляю, но в голову он не умирает. Возможно, ты в мою голову стреляешь. Ты мне вроде. Куда? А может и твою. Работает убийство в режиме с двумя мечами. Опять какие-то два меча. Может тут не мечи, может перевод неправильный. Ну, видимо, с двух рук, чтобы это просто. Ну, одно и то же. Какая разница? Синоним. Вообще, ну никакой. Что делать? Ну, мне вот куда-то показывает. Я не собираюсь молчать. Да вы чё, блин? Мне вот куда-то показывается. А чё сюда? Чё? Чё, видовой шкурянец? Чё у него хер в желудке? Тише! Еще как он работает оператором? А? Здравствуйте. А что у вас? Разовод? 12Б. Поднимите меня.
У тебя хер делают. Сам встать не можешь. Да как ты так сдох, потому что ушли почти в конец. А как? Почему-то сейчас в некоторых группах, когда записи новые появляются, типа уведомления приходят как-то. Может, у тебя подписка, нет? Ну, в смысле подписка. Ты про чё? ВКонтакте? Ну, когда запись какую-то новую делают там в сообществах, у меня раз уведомления приходят. Может, это... как бы не... Ну, может, тебе какая-нибудь там это... стоит галочка, типа, уведомлять о всех событиях этого сообщества? Да вроде нет. Вроде не стоит. Ну, это ладно. О, действительно, с двумя мечами это типа с двух рук. Да подожди, у него не стоит. Ой, как ты там оказался, ну. Ну, так встань уже, ну. Скоро мы пройдем эту миссию уже. Я бы не был так уверен. Что за... А там долго еще до конца, нет? Не знаю. Кто видел Альвареса? Кто? Кто видел моего Альвареса? Показать? Показать вам моего Альвареса? Оставьте. Кто видел? Найди чужечку и найди свое уебищное. Ай, кто чё? Кто уебищный? Держи своего уебищного Альвареса при себе, да? На, пока. Он опять что-то пинает. Бетонный блок пнул. А чё он психует? Чё я психую? Он дал тебе ключ? Если б дал, я бы сказал. Он тебе дал, если дал? Говорю же тебе, не было у него никакого ключа. Дан Ливи мог работать на кого? Не думаю, попасть не могут. Ключи потеряли. Забыли учёк выключить. Нечего на меня валить, мы все вместе решали. Зато теперь мы знаем, где утечка, да? Ни хрена мы не знаем. У кого течка? У Альвареса? Мы сядем на телефоны. Вульварес. Вульварес. Течка из Вульвареса. Больше никаких рапортов в штаб. К черту. Я не хочу знать, что это такое. Ты сейчас. Тихо. Ты рассказывать будешь. Какая мимика у него.